Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Совет от Кози». Вот он наш Козенька, и он вытаскивает нам карту, расскажет нам, какой он же он нам совет даст на этот день. Вот умница! А дай мне карту. Давай мы посмотрим, что ты вытащил. Дай мне, пожалуйста, карту. Это карта уборки. Кузя всем настоятельно на сегодняшний день советует заняться уборкой. Это может быть уборка дома, уборка участка. В общем, любой уборки, которая требуется в вашей жизни.